21 мая 2014 года около 9 часов вечера в центре Волгограда, недалеко от фонтана Дружбы, неизвестные произвели выстрел, в результате которого пострадали двое мужчин, двое местных жителей в возрасте 40 и 45 лет. Потерпевшие были доставлены в лечебное учреждение, где спустя полтора часа один из них, не приходя в сознание, скончался. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство двух лиц и незаконный оборот оружия. В настоящее время второму пострадавшему проведена хирургическая операция, в результате которой из области лица мужчины извлечена пуля. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лиц к нему причастных.